Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю грибы по-корейски. Грибочки по этому рецепту получаются пряными, сочными и очень вкусными. Такую закуску можно приготовить как в обычный день, так и на праздничный стол. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о такой закуске. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала подготовлю грибы. Вода у меня закипела. В кипящую воду я добавляю лавровый лист. Воду нужно немножко посолить. И в горячую воду я выкладываю грибы. С момента закипания грибы проварю приблизительно 10-15 минут. Вареные грибы выкладываю в дуршлаг. Грибы я пока отставляю, нужно, чтобы они полностью остыли. А сейчас лук нужно нарезать тонкими полукольцами, морковку натереть на терке для морковки по-корейски. Лук с морковкой я переложила в миску. Сюда же добавляю соль, сахар и все нужно хорошенько размять руками. В морковке с луком делаю углубление. В углубление я высыпаю все приправы и выдавливаю чеснок. Растительное масло я хорошенько разогрела. Горячее масло выливаю на чеснок с приправами и все перемешиваю. Сюда же добавляю остывшие грибы, уксус, нарезанную свежую петрушку и все перемешиваю. Грибы я переложила в пищевой контейнер. Контейнер я накрываю крышкой и грибы отправляю в холодильник как минимум на 6 часов, но лучше всего на ночь. Грибы по-корейски готовы! Грибочки по этому рецепту получаются сочными, пряными, ароматными и очень вкусными. И готовится такая закуска легко, просто и быстро. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!